Анна скрывает пол малыша, боится сглазить. Неудивительно, они с мужем ждали первенца 9 лет. Счастливым сюрпризом стал не только ребенок, но и господдержка. Анна родит в марте и как раз попадет под новый маткапитал на первенца. Многие просто семьи, молодые особенно семьи, почему там не рожают первого, второго ребенка? Они в основном снимают там квартиры, им нету никакой определенной стабильности. А сейчас, если есть такая возможность, если примут, наконец-то, нужен, принят, да, закон этот, то, конечно, это огромная поддержка для семей. Родили первого ребенка, соответственно, у них уже есть какой-то начальный капитал для покупки жилья, ну а там уже и за вторым можно. Анна получит за ребенка 466 тысяч рублей. Если она решит родить второго, ей доплатят еще 150 тысяч. А при рождении третьего младенца Анне выплатят 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правда, есть и те, кто к нововведениям относится скептически. Вот сейчас начнут рожать из-за денег. Кто? Малоимущие особенно будут заинтересованы. До тех пор, пока вы будете считать семьей женщину и ее детей, а мужчину сменным картриджем и отбросом, никакие маткапиталы не поднимут демографию. Маткапитал – это для многих первый шаг к пожизненной ипотечной кабале. Это обогащение банков, реальная уверенность молодой семьи в завтрашнем дне. Это жилье от государства. А вот в Минздраве, напротив, думают, что материальная помощь – это шанс повысить демографию. 4 года рождаемость в крае снижается. В 2019-м на свет появилось на 12 тысяч младенцев меньше, чем в 2018-м. Возраст первых родов сдвинулся до 28 лет. О чем это говорит? О том, что когда же у нас появится второй, третий, да? Надеемся, что в семье будет двое, трое детей. Если сейчас мы простимулируем рождение первых детей в более раннем возрасте, 25, 24, 26 лет, тогда мы будем надеяться, что семья будет иметь и двое, и трое детей. Тем более, что рожать почти некому. Из-за демографической ямы в 90-х женщин мужчин детородного возраста сегодня значительно меньше. Значит, нужно добиваться увеличения количества многодетных семей. Экономисты солидарны с докторами. Человеческий ресурс важнее экономии средств. Да и денег на это в стране хватает. Выплаты роженицам формируются за счет накоплений из планированного бюджета. Располагаемые доходы населения падают, и любые, скажем, дополнительные меры в этой области, которые будут способствовать росту доходов отдельных групп населения, как в данном случае, или в целом, значит, большие группы населения, они в любом случае благотворно скажутся на экономике, позволят несколько ускорить экономический рост. Кстати, помимо материнского капитала выросли выплаты по содержанию ребенка. Теперь они составляют 10 тысяч рублей в месяц. Остался еще один вопрос. А есть ли места в роддомах на случай бэби-бума в Алтайском крае? В Минздраве сказали, что есть и палаты, и врачи ждут только детей. И чем больше, тем лучше. Полина Жданова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.